Всем привет, мои хорошие! Сегодня хочу приготовить салатик легкий с грушами. Вот такие вот груши у меня сегодня купила в магазине. Разрезаю их пополам. Так вот, вынимаю сердцевинку. Таким вот образом, все, чтобы ничего там не мешало нам. Здесь тоже. И нарезаю соломочкой. Можно кожу обрезать. Я кожу обрезать не буду, так как в коже много витаминов. И вот так вот. Такие сочные. Прям сок из них. Вкусненькие. Вот так вот соломочкой. Нарезаю две груши. Можно сделать соломку подлиннее. Красиво будет в салате смотреться. Тоненькая так вот. Ну, сейчас вот порежу я эти две груши. Вот вторая у меня. Половинку красного перчика. Тоже нарезаем соломкой. Тоненько. Примерно на одинаковую длину. Вот так. Запахи. Так вот, половиночку. Один красный помидор. Так вот. Тоненькими долечками. Пластиночками. Вот такими вот. Сто грамм твердого сыра я уже порезала вот на такие ломтички. Теперь нашинкую соломкой. В этот салат все идет соломка практически, кроме помидор. Помидорки тонкими долками. И сыр не в терку. Вот так вот. Сыр я взяла даниловский, свежий сегодня купила. Вот таким вот образом мы сделали за 15 минут салатик. Теперь его нужно посолить, поперчить, посолить, поперчить и заправить сметаной.
Кто любит, заправляйте майонезом или сметаной и майонез пополам. Так, 4 ложечки положу, хватит. Все перемешать. Какой запахи, такой салатик я сегодня буду кушать целый день, вернее целый вечер, кушать и наслаждаться. На завтра он у меня не останется. Такой красивый. Вот такой вот легкий салатик с грушами у меня получился. Калорий в нем совсем немного. Сметана я заправляла 10%. Пробуйте. Всем рекомендую. Кто следит за своей фигурой, кто хочет похудеть. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного аппетита. Пока-пока.